Приветствую вас снова на моем канале Одесситка Швейцария, где я ежедневно выкладываю видео о моей интересной, насыщенной, а главное, позитивной жизни. Сегодняшний сюжет я посвящу тому, сколько стоит содержать лошадь, как дорого обходится ее питание, дрессура, выгулы, и стоит ли заводить собственную лошадь, на что вы подписываетесь, покупая по первому требованию ребеночку такую вот игрушечку. Кто еще не подписался на мой канал, есть повод сделать это прямо сейчас, так как каждый день происходят невероятные события в моей жизни. А кому интересна эта тема, поехали дальше. В Швейцарии очень распространено держать дома лошадок в качестве домашних животных. Так вот, что для этого нужно, какие требования предъявляются к содержанию лошадей, об этом всем я поведаю вам сегодня, так как именно здесь, сзади меня, на моем курсе верховой езды на конной ферме, я познакомилась с людьми, которые здесь содержат своих лошадок, и все узнала, как говорится, из первых уст. Прежде чем завести лошадку, нужно позаботиться о комнатке, где эта лошадка будет жить. Значит, минимальное требование. Привет, Бальтазар. 3 на 3 метра, то есть 9 квадратных метров. При этом должен быть доступ к солнечному свету, затемнение и свежему воздуху. В той стороне мы видим окошко, он здесь. А, здесь тоже стекло. То есть можно открывать, чтобы проветривать, можно закрывать зимой. Если у вас 2 животных, то, естественно, комнатка должна быть минимум 12-15 квадратных метров. Да что же за наказание? Вот вам пример 2-комнатного стойла. Привет, красотун. У него еще здесь вентилятор есть. Игровая комната, как я понимаю, столовая. Да, элегант. Многие люди арендуют здесь бокс, чтобы стояла их лошадь, платят за это 700 франков в месяц. И каждый вечер приходят, вот как с собачкой, идут гулять, точно так же выгуливают свою лошадь. И вот сейчас, вот, учитывая, что плохая погода, ее просто вот выгуливают, чтобы она разогрелась. Помыли ее перед этим, причесали. Сейчас она побегает, разогреется, и ее обратно приведут в бокс. А пока я с вами разговариваю, меня тут облизывают вот эти вот товарищи такие вот, товарищи. Товарищи, смотрите на них. Ну, красотки, красотки. Воду употребляют лошадки до 60 литров в день. Значит, на этой конной ферме лошади содержатся в шикарных условиях, потому что они 2 раза в неделю здесь есть райтштунден. Это время, когда приходят детки ездить верхом. И перед этим, естественно, они лошадок моют, готовят к выходу. И поэтому каждая лошадка получает должный уход. Значит, с утра они едят сухое сено. В обед они едят витаминизированный овес, овсяные хлопья. И вечером мы разносим им силос, который очень богат микроэлементами и витаминами. 3 раза в день чистятся клетки от какашек. И как минимум 2 часа в день лошадки гуляют. Вот такие вот требования к швейцарским лошадкам. Интересно, а как в вашей стране, кто знает, кто работает с лошадьми, в каких условиях содержатся лошадки в ваших странах? Отпишитесь, пожалуйста, в комментариях. Знаете, что это? Это шубы для лошадей, теплая одежда. Сейчас вам покажу, как это выглядит на лошадках. Вот этот наш красавец Диамант, у которого шерстка как бархат, как велюр. Вот его хозяева уже одели в такую вот зимнюю шубку. Значит, я сегодня с ними поговорила, сколько же стоит им содержание в месяц этого красавца. Ему 25 лет, лошади живут 30-35 лет максимум. Значит, в месяц 700 франков стоит только аренда этого бокса вместе с едой. И плюс 300 они еще считают, каждые 4 недели нужно менять подковы. И это стоит где-то 250-300 франков. Плюс у них отложено 10-12 тысяч франков на всякий случай, потому что лошадь уже в возрасте, не дай бог с ней что-то случится. И если ей предстоит какая-то операция, либо больница, это где-то 10-12 тысяч франков. Визит к врачу, сделать прививки, противоглистная терапия обходится в 2,5 тысячи франков. Наши боксы за 700 франков – это очень нормальная цена, потому что рядом здесь такие же боксы стоят 1300 в месяц.
Независимо от погоды, лошадки выходят еще на луга и питаются там свежей травкой. Ну и заодно они в свободном горцевании бегают, балуются, кто на что гораст. Перед тем, как купить лошадку, вы должны определиться, в каком качестве вы будете ее использовать. Как домашнее животное, либо для использования. Потому что это и определит ваши дальнейшие действия по уходу за лошадкой. Если у вас домашнее животное, то, естественно, предполагается, что когда оно будет болеть, вы будете его лечить медикаментами и ухаживать за ним. И таким образом доживет эта лошадка у вас до старости, и если, не дай бог, она на старости лет заболеет, вы ее усыпите, как это делают с другими домашними животными. Если же вы покупаете лошадку для использования, то есть вы хотите пустить ее на мясо, вы знаете, что в Швейцарии очень популярна росс-антрикот. Росс по-швейцарскому это пферт. Ферт-антрикот, лошадиное мясо, в любом ресторане его можно попробовать, то в таком случае вы не имеете права лечить вашу лошадку и давать ей медикаменты. И когда вы захотите пустить его на мясо, то его пристрелят. Мясо будет, естественно, проконтролировано соответствующими органами, можете ли вы его использовать и принимать в пищу. Если ваша лошадь состарилась, и у вас нет больше возможности смотреть за этой лошадью, да, есть так называемые дома престарелых для пенсионерных лошадей. И там вы их туда привозите, сдаете, и точно так же платите за их уход, за еду и за местонахождение. В плане еды сена нужно 5-6 килограмм в день. Плюс идет еще кукуруза, овес, какие-то витаминные добавки, какие-то овощи, фрукты. И вон, смотрите, девочка впереди меня. Вот как на работу, да, каждый день приходит, взяла, помыла свою лошадку, почистила и пошла с ней прогулялась. Если она не может уже райтен, ну это как сказать, скакать, да, на манеже, то, естественно, она просто идет и гуляет. Требования к манежу это 40 квадратных метров. Основа манежа мягкая, песок в данном случае. Ни в коем случае не должно быть твердого покрытия, как асфальт, например. Ну, естественно, существуют определенные правила, да, поведения в манеже, особенно если это крытый манеж, и несколько всадников там встречаются. Да, то есть точно так же есть, как правило, дорожного движения. Кстати, вы видели на полях вот такие вот тюки стоят? Это и есть силос заготовки для животных потом. И, естественно, вот эта вот кучка мала, какашечки, которые выгребаются из стойла, это тоже потом все перерабатывается, используется в качестве удобрений. Фермеры это все потом забирают и вывозят. Если вы вдруг на старости лет решили, что вы не в состоянии больше ухаживать за своей лошадкой, у вас нет на это денег, вы можете ее спокойно кому-то передарить, либо продать, и даже пожилые лошади пользуются спросом, некоторые берут ее, чтобы деток приучать к физическому труду, вот, недорого покупая такую лошадку, некоторые берут пожилую лошадь, которая уже не может райтен заниматься скачками, а берут ее для домашней работы, в горы, например, возить какой-то груз, вот, иногда там ее выгуливать. Это наш самый молодой жеребец, он 2018 года, элегант, и это тоже гостевой жеребец. Когда вы купили молодого ребенка, он точно так же, как и собачки, как и детки, нуждается в школе, и сначала он должен пройти дрессуру, прежде чем приступить к такому вот к верховой езде, да, чтобы взять на себя всадника. Я тебе сейчас покушаюсь. Вот. И это неправильно думать, что чем моложе лошадка, тем она сильнее и может лучше горцевать. Нет, наоборот, лошадка должна быть хорошо обученная, прежде чем на нее сел всадник. Конечно же, многие заканчивают специальные курсы дрессуры, чтобы самому дрессировать своего питомца. Короче, это целое дело. Да, да, красавец.
А вообще лошади, конечно, замечательные, замечательные животные. Они очень преданные, они очень элегантные, они никогда не обидят человека, никогда. Они очень добрые. Но, естественно, если с ними плохо обращаться, если их бить, кричать на них и не ухаживать должным образом, то, конечно же, будет совершенно другое отношение. Лошади очень дорогое удовольствие. Даже купить такую лошадку стоит от 5-7 тысяч до 100 тысяч, в зависимости от породы, расы, производителя. И, естественно, хозяева лошадей заинтересованы, чтобы они были здоровы и следят за ним должным образом. Наша хозяйка фермы Ирен, она закончила разные школы, которые позволяют ей даже медицинский уход за своими питомцами, потому что вызов врача при проблеме может обходиться от 5 до 7 тысяч франков. Поэтому многие заканчивают специальное обучение, чтобы самим уметь оказывать первую помощь своему любимцу, чтобы по мелочам не ходить к врачам, потому что все это стоит в копеечку. Лошади в основной своей массе при должном уходе не болеют. Люди ходят чаще к врачам, чем лошадки, поэтому страховка есть лошадиная, но она невыгодна и очень-очень дорогая, потому что лошадь начинает болеть уже в пенсионном возрасте, и это только может произойти из-за неправильного питания, то есть если у нее что-то с желудком. Ну и, конечно же, не исключены еще и травмы. На это тоже нужно рассчитывать, и нужно иметь в запасе всегда денежки, чтобы этим заниматься. Уже говорила, Биат мой вырос с лошадьми, у них дома было две лошадки, и в таком случае, конечно же, нужно иметь и место для лошадок, и место для вот такого вот корма, и место для какашечек, вот. И плюс, конечно же, нужно еще учитывать амуницию на лошадь, седло и всевозможные причиндалы. Седла тоже бывают разных видов. Седло для дрессуры, седло для скачек, седло для прыжков. И плюс, если вы будете заниматься скачками и выставлять свою лошадь на каких-то соревнованиях, естественно, нужно еще учитывать вот эти расходы, связанные с транспортировкой лошади, оплату за участие в разных соревнованиях. Транспортируют лошадку вот в таком вот специальном домике на колесах. Тут я сразу же вам показываю, как называется наша школа, где я прохожу курс верховой езды в Бриенс-Виллере. Такую вот перевозку можно взять в аренду, либо купить, если вы будете ей пользоваться самостоятельно. Значит, тут тоже вам покажу адрес, где можно заказать такую перевозку. Естественно, нужен номер на нее. И многие любители лошадок отправляются в отпуск, беря своих питомцев с собой. Есть даже отели лошадиные, где для вашей лошадки будет предоставлено стойло, а также манеж для занятий. И можно совмещать приятное с полезным, чтобы не искать, кто присмотрит за вашим питомцем. Его можно брать с собой в таком вот прицепе и проводить с ним ваши каникулы, выгуливая его по берегу моря или по специально отведенным для такой цели дорожкам. Кстати, есть специальные обозначения дорожек лошадиных, специальные карты, где можно лошадей выгуливать, а где категорически нельзя. Это тоже мы учим на нашем курсе. Сегодня у них десерт, морковочка. Лошадкам не было скучно, вот в такие вот мячики наполняют сеном, и они достают его оттуда, занятые часами, чтобы не просто стояли, а что-то делали, двигались. Значит, если вдруг вы захотели разводить лошадей, для этого нужно получить отдельную лицензию, пройти отдельное обучение и, естественно, перед размножением найти себе правильного партнера. Так же, как у собак, смотрят на родословную, какие расы, крови намешаны, чтобы не было родственных связей. Когда рождается жеребец, его можно продать в самом начале, либо его можно выдрессировать и трехлетнего продать уже обученного за 30-40 тысяч франков. Значит, 11 месяцев длится беременность. Естественно, перед тем, как забеременеть, нужно пройти разные тесты, чтобы специально подобрали тебе жеребца, чтобы не было смешения кровей. За вот эту сходку жеребцу платят в районе 2,5-3 тысяч франков, но без гарантии, что кобылка забеременеет.
И если нужна будет вторая попытка, половина цены, третья бесплатно. Короче, около 80 тысяч нужно иметь в виду, прежде чем лошадь забеременеет. Видите, у них нету вымени, как у коров, и поэтому жеребенок сосет маму каждые 20 минут, что это очень-очень стрессово для мамы, и поэтому в полгода их уже разделяют. Малышей переводят в детский сад, чтобы они маму не беспокоили бесконечной едой. И все, и начинают потихонечку их приучать кушать травку, а потом и горцевать на лугу. Значит, если мы хотим купить пони, то должны рассчитывать на 2-3 тысячи франков. Зависит тоже от расы, от производителя. Это тоже мух боится, поэтому у нее маска на лице. Конечно же, если у вас такое хобби с детства, вы любите лошадей, а тем более, если у вас дома растет лошадка, как вчера с этой девочкой, я поговорила, ей 33 года, а ее лошадке 25 лет, она выросла с ней. И, естественно, она приезжает каждый день, 3-4 часа она тратит на своего любимца, она его чистит, выводит гулять, ездит на нем. И несмотря на то, что у нее маленький крошечный ребеночек трехмесячный, она все равно не оставила свою лошадку без внимания. И я ее спросила, а как ее муж относится к такому хобби? Он тоже любит лошадей? На что она сказала, нет. И я рада этому, что это только мое хобби. И пока он это акцептирует, они вместе. Если вдруг бы он ей сказал, что мне не подходит твое хобби, что ты много времени тратишь на эту лошадку, то это был бы повод для тренинга и развода. Потому что лошадь она знает 25 лет, и ни один мужчина не может стать между лошадью и ей. Вот такой вот нюанс. Так вот приходят хозяева и ухаживают за своим питомцем. И даже вот эта малышка опять сегодня мама приехала. Катается. Малышка спит в колясочке. Was ist für Rasse? Ein Irish Sport Horse. Ah, Irish Sport Horse. Ja. Er hat so feine Haut, ja? Also ja, diese ja. Fell. Barchatnig. Sie hat bestanden. Aha, so Sprünglizenz muss man auch bestanden. Und oh, jetzt vielleicht rückwärts. Видите, без слов слушается. Смотрите, что творит. Короче, его купили в возрасте 6 лет, когда он уже был обученный, выдрессированный, и стоил он 35 тысяч франков. И дочка с детства занимается на нем, сделала одна из 5 девочек шпринг-лиценз, это для прыгания, подтвердила она сертификацию. Девочки купили лошадку за 35 тысяч франков. Только после того, когда убедились, что она действительно будет заниматься конным спортом. То есть она сначала сделала разные курсы. Начальный курс бревет. И только тогда, когда она изъявила желание заниматься серьезным спортом, ей купили лошадку. Лошадку взяли уже обученную, так как это дешевле, чем брать необученного и отдавать его тренеру. И годами учить его и готовить к соревнованиям. Она принимала участие в нескольких соревнованиях по Швейцарии и выигрывала призы 500-600 франков. Начала она заниматься в 6-летнем возрасте, и в 9 лет ей уже подарили такую лошадку. Училась она, кстати, здесь, у Ирен, на ферме. И с тех пор лошадка живет здесь. То есть каждый месяц платят они по 700 франков. Может быть, поэтому такая цена хорошая, потому что очень много лет они здесь живут. Что девочке уже 32, а лошадке уже 25. Вот она 19 лет живет здесь, на этой ферме. Посчитайте теперь, сколько она стоила. Конечно же, никто здесь деньги не считает, потому что это член семьи и такой же любимец, как и дети. И конечно же, грустная часть. Что же происходит с лошадкой, когда она умирает? Значит, первым делом ей снимают подковки, вызывают специальную службу, чтобы заверить эту смерть. И потом приезжает специальный огромный ластваген, грузовик. Краном грузят эту умершую лошадь внутрь, потому что на минуточку она весит 500-700 килограмм. И везут ее на кремацию. И, конечно же, никто из, как говорится, родственников не хочет наблюдать за таким вот процессом. Для всей семьи, конечно же, это огромный траур. Как будто бы ушел член семьи.
Ну, так оно и есть. Погрузить ее и отвезти на кремацию будет стоить 2-3 тысячи франков. Надеюсь, вам понравился этот сюжет. Вы узнали много интересного, как и я. Спасибо за ваши лайки. Буду очень признательна, особенно Ирен, которая меня здесь обучала с нуля верховой езде. Я надеюсь, вы у некоторых проявился тоже интерес попробовать себя в таком вот хобби. Не обязательно покупать лошадку. Можно приходить на такую вот ферму и раз в неделю подружиться с лошадью, чистить ее и учиться на ней ездить. Это будет намного дешевле. Стоит это абсолютно недорого, намного дешевле, чем содержать такую вот лошадку. И я надеюсь, что перед тем, как покупать лошадь, вы тщательно взвесите все за и против, а особенно ваши финансовые возможности и ваше время. Готовы ли вы тратить его на своего такого четвероногого друга? Буду рада обратной связи и постараюсь ответить на все ваши вопросы. Кого заинтересовала тема лошадей, не забываем подписаться на мой канал, чтобы посмотреть другие мои сюжеты про курс верховой езды и про мой отпуск на конной ферме. А мы увидимся с вами уже завтра. Отличного всем дня! Смотрите в следующем сюжете. Курс верховой езды. Наконец-то сегодня вышло солнышко. После 4 дней проливных дождей высушило наше место, и девчонки сегодня смогут попрыгать через препятствия. Мне, конечно же, до этого еще далеко.